Если вы заметили, Лан уже появился в октагоне. Итак, перед нами весовая категория 61 килограмм. Справа от меня боец весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 170 сантиметров. Команда «Мангус», тренер Тагизбаев Мансур. Команда «Узбекистан». Встречаем Абдувахида Джахангир! Его соперник, весовой категории 61 килограмм, рост 173 сантиметра. Мастер спорта WF Pro Fight 14. Победитель WF Pro Fight 14. Мастер спорта по ММА. Тренер Бектенов Алтынбек, команда M-Fighter. Майл Су. Ему 25 лет, свечан. Корбайер! Середину бойца. Ну что ж, друзья, смотрим. Шестой поединок вечера. Абдулвахидов Джахангир против Улана Конурбаева. Опять-таки весовой категории до 61 килограмма. Джахангир сейчас справа. В зелено-белых трусах, напоминающих цветовую гамму узбекского флага. Кстати, очень скользко на октагоне. Вы видели, да, в этой ситуации, как скользят бойцы. Арипов Максут Бурмаматулы Медербек. Дайрдам Траус. Похоже, попался здесь Улан в захват. Но не самая критичная позиция. Да, должен вырвать здесь голову из-под рук оппонента. Ну вот, похоже, да, действительно из этой ситуации выходит и начинает молотить оппонента мощными ударами. Все прекрасно понял Абдувахидов. И сейчас меняет позицию. Теперь он сам попался на захват, похоже. Интересно, отдал ли здесь голову? Нет. Руками держит оппонента за ногу. Вновь смена ситуации. Поднимается Абдувахидов. Оба бойца уже в стойке. И будет интересно понаблюдать, как же отрабатывают стойки бойцы. Левый боковой от Улана. Не самый точный. Тем не менее, как я уже сказал, настил очень скользкий. И падает узбекский борец. Шикарная ситуация находится Улан Конурбаев. Да, ловит оппонента в захват. И должен додержать, должен додавить. Да, сдается. Сдается Абдувахидов. За 2,5 минуты Улан Конурбаев побеждает своего оппонента. Ну и на радость местной публики залезает, собственно, на стенку. А вот эпизод, в котором все решилось. А в этом бою в первом раунде за 2 минуты 35 секунд удушающим приемом победа одержала Конурбаев Улан! Поздравляем Улана Конурбаева с победой. И он делает счет
4-2 уже в таком неофициальном протоколе, который, собственно, ваш комментатор ведет в этой трансляции. А 4 бойца из Кыргызстана победили, 2 спортсмена из Узбекистана одержали победу. В первых двух боях буквально, затем 4 победы подряд от кыргызских бойцов. Пошли памятные фото.